Этот дом находится в самом центре Бухареста, недалеко от Старой площади. Вот так вот все красиво. Интересные, кстати, лифты в зданиях. Я сегодня иду в службу иммиграции. От этого дома идти 12 минут по навигатору. Там сниму видео. Постараюсь сделать ролики изнутри, как люди подают на гражданство, получают необходимые подтверждения, передают пакет документов. Ну и расскажу уже более детально о способах получения румынского гражданства. Какие бывают варианты и каким образом все это делается. Итак, двигаемся. По-другому называется Национальное агентство по гражданству. АНЧ. Так, что тут с лифтом? Такие вот тут лифты. Так, П. Кто катался, друзья, в лифтах подобных? Как ощущения? В американских фильмах показывают какие-то люки. Здесь, по-моему, такого нет. Нашел вчера Starbucks. Ну, вообще в Бухаресте неплохо, особенно ночью. Итак, друзья, я подошел к Национальному агентству по гражданству. Находится как раз справа от меня, но вход с другой стороны. Попробуем зайти внутрь и посмотреть, что там. Как раз та самая известная церковь, а здесь вход со двора. Вот народ в очереди. Меня, к сожалению, не пустили. Есть 5 общеизвестных способов получения румынского гражданства. Первое – это по рождению, когда вы родились на территории Румынии или на территории, которая когда-то была румынской. Например, Молдавия, Бессарабия. А второй вариант – это бизнес-эмиграция, когда вы легализовываетесь через организацию малого или среднего бизнеса здесь, в Румынии. Третий вариант – натурализация через ВНЖ и ПМЖ. Там сроки от 5 до 10 лет. Четвертый вариант – это, конечно же, брак. Здесь ожидание составит около 3 лет. И пятый вариант – это исторические корни. Я думаю, что вот эти люди вокруг меня и вот те, которые впереди, уже заходят в здание Министерства юстиции, а именно Национального агентства по гражданству, как раз используют последний вариант. То есть здесь находятся исторические корни, делается масштабная серьезная работа по поиску оснований. Это могут быть родственники и в первом, и втором, и третьем поколении и так далее. И после этого подаются бумаги. Именно вот в этом месте вы приезжаете и подаете. Часто возникает вопрос по поводу второго гражданства для граждан СНГ, Средней Азии. Ребят, есть варианты, но об этом вам могут рассказать личные консультации. Есть список на сегодня, 418 человек, фамилия и время. Вот, друзья, когда вы сдаете ваши бумаги, досье, вы получаете ДОСАР. Это то, что ваши документы находятся в работе, в режиме рассмотрения. Я подписан на канал председателя СНТ, на YouTube-канал, где Илья рассказывает о том, что большинство зданий мира, особенно в Москве, в Питере, в Чехии, в Праге, вот совсем недавно я был практически в подземном городе, который на 6-8 метров ниже. Что самое интересное,
там был использован красный кирпич. Те, кто в теме, поймет, о чем я. Вот сейчас я нахожусь возле Национального банка Румынии в Бухаресте. И что мы видим? Это здание банка было когда-то на 6 метров ниже. И вход, скорее всего, здесь просто было огромное окно или балкон. Потому что есть еще один этаж, как минимум. Приезжайте и исследуйте.